Отправила по почте свой бюллетень и чувствую себя прекрасно. Теперь готова пробежаться по каждой тропе Орегона. Эй, кандидат, я в тебя верю. За такое стоит голосовать? Эй, вы уже проголосовали? Это так просто. Верните свой бюллетень в официальном избирательном пункте или по почте. Только так, чтобы он был проштемпелеван не позже дня выборов. Некоторые бюллетени доставляются по почте после дня выборов, даже если они отправлены вовремя. Да, они были отправлены вовремя. Привет, ушастые тюлени! Это просто невероятно! Пойдем выследим снежного человека, пока окружные клерки подсчитывают голоса.